брейн-карты какие-то там, да, то есть вот когда человек рисует схему, картинку. Когда он мне начал выкладывать эти картинки, да, и схемы о том, как надо распределять свое время, на какие задачи, ну, какие задачи ставить сейчас себе на исполнение, то я поняла, что схемы, по которой работают люди в большинстве своем сейчас в обществе, они не совсем рабочие. То есть, ну, поскольку нужно выцеплять главное и делать это сразу, отпадает необходимость планирования. Планирование, ну, в далекое будущее, скажем так, вот прям совсем. Мечтать можно, а как оно сложится, я не знаю. Моя задача действовать вот в настоящем. Сейчас у меня есть задача там ответить на ряд писем. Там, чисто женский подход. Еще женщина говорит, то есть это и есть подтверждение работы различных программ в биосистемах, лежащих, психология, физиология, но потому что женщина, она рожает, мужчина нет, это настолько радикально разные биосистемы. Другие драйвера, конечно, и регулируются все другими программами. Пока вот будет дуальное восприятие мужчины и женщины, будет продолжаться такая ерунда. Ну выйди из тела этого. Будь автономной, душа твоя. Давайте сейчас освободимся от ярлыков. Вообще не... Ну ладно, в общем... уже надоели. Рассказывай, как происходит вербовка. Мир управляется физиологией. На площадке я молча снимаю. Молча парю, молча делаю массаж, ну, разговариваем, не впаривается, а занимаемся чем положено. И после мне просто спрашивают, кто ты? Я говорю, Ярослав Старухин, чем занимаешься? Я говорю, кандидат в президенты. И когда все заканчивается действием, говорят, я отдам за тебя свой голос. Вот. А я, блин, не отдала. Вот нет. Капец. Да при чем тут это? Наоборот. Это и есть, если бы ты отдала бы голос, сказали бы купленная и подстава. Наоборот, прекрасно, что сюжет развивается. Об этом и сюжет. Сюжет, ну видишь, я говорю быдло, но... голос. Потому что ты же не похожа на быдло. А в вопросах политики позволяешь мыслить себя как примитивное животное. Не политикой, то есть политикой не интересоваться невозможно. Вся наша жизнь – это так или иначе политика и участие в социальных процессах. И если ты не готова отдать голос за меня, то ты, как гражданин ответственный, просто четко должна понимать, за какого парня ты его отдаешь. Если ВВП – ВВП. Но это понимание должно быть. Конечно. Ну вот и все. Президентство – это единственная возможность создания информационного повода встречи с ВВП. Пусть это внедряется моя кандидатура, я всего лишь показываю, что каждый, кому 35 лет, имеет право выдвинуть свою кандидатуру. Я это оценила. Я заинтересован в том, чтобы технологии были реализованы. Я заинтересован в том, что проговорить с тобой, и если моя кандидатура не удовлетворяет, говорит, ну ты понимаешь, что нужен-то другой, который вот реализует это дело, или встретится с ВВП. Ты это понимаешь, что у тебя должен быть твой представитель, который решает этот вопрос? Нет. Мне это не интересно. Да! Они на другой планете живут, в другой системе. Слушай, ну круто, хорошо, камера пишет, как за счета не платят. Хорошо, посмотрим это в динамике, будем заниматься чем. У вас определенное видение есть. Если вы предполагаете вообще не второслойность, конечно, все люди здесь пообщайтесь тогда. Ну, как бы пообщайтесь сначала. Пообщайтесь. Потом. Костя, ты перебиваешь. Это время. Массовка. Что с массовкой разговариваешь? Массовка. Барьеры идет. Понимаешь, я просто сижу, отвечаю на твои вопросы. Я сижу, отвечаю на твои вопросы. Пишется, работает камера. Ты пойми, мы... Мне нужно просто по-быстренькому поговорить и понять. Вот как бы тебе интересно в другом формате сотрудничества. Я тебе за один день не объясню все, что я делаю. Так, ясно? Не объясню я тебе ничего. Что потому нужно? Что не, чтобы я приехал нет, еще раз? Нету платформы для диалога. Нету платформы сейчас. Как создать платформу? В
формат общения сменить. Каким как минимум. Каким образом? Нет, я не знаю. Это на фото. Это я для тебя оставлю. Это я оставлю а для какой тебя. Какой формат общения ты говоришь? Я тебе скажу. Это. Если... Нет. Нет, не правда. Я не говорю сейчас про какие-то постельные сцены, хорош. Твоя улыбка и сарказм. Сердечную чакру тебе. Не надо, не надо мне. Пощупаешь себе сам свою сердечную чакру. Да, да, да. Ты просто не спрашиваешь разрешения и лезешь на мою сердечную чакру. Мне это не нравится. Хорошо, я вам аккуратно положу свою ладонь, свою энергетическую. Короче церковь, говоря, чтобы передать вам свою любовь. Класс, такой заряженный парень. В общем, просто правда. В таком формате взаимодействие очень тяжелое, оно ничего не приводит. Вот ты видел, как мы разговаривали, да? Ну я не говорю про, забыла, как их зовут. Как их зовут? Так вам. Неважно, короче говоря, как их зовут. Люди, которые приезжали сегодня, неважно. Конструктивный диалог появляется только тогда, когда есть один человек хотя бы из этого сообщества, который понимает, чего он хочет и куда он идет. Вот. И если в таком, ну как бы, в таком поле появляется человек, который с размытыми, как бы, интересами, то и, собственно говоря, пропадает интерес общаться. Вот. Я пока не понимаю твоих интересов, для меня они размыты. Поэтому не вижу конкретной платформы для разговоров. То есть у нас нету с тобой пока вот, ну, почвы, на которой я бы могла тебе объяснить глобально, что я думаю, куда я иду, да, мои стратегические планы, для чего я это делаю, что мною движет, как это вообще во мне все оказалось и зачем. Это все сейчас здесь происходит. Ну так на 99,9% электораты совпадают. Серьезно? Да, глобально. Я вот сомневаюсь, честно говоря, поэтому не голосую. Не голосовала бы за тебя. Соответственно. Причем это не на 99%, а просто я понимаю, что есть неполное понимание того, как вот, я вижу. Еще просто раз. Неполное. Я понял. Я просто заканчиваю сюжет, надо ехать, натянули, но как раз подвели к тому, что на 100% и демонстрирует. Когда гражданин принимает решение голосовать за меня или не за меня, оценивая уровень компетенции и возможность разрулить тот или иной блок вопросов, гражданин недооценивает смысловую нагрузку, которая находится в аббревиатуре «новая научная парадигма». Потому что когда реализуется новая научная парадигма, реализуется новая экономическая формация, новое мировоззрение, и кто является непосредственно президентом, не имеет абсолютно никакого значения. Но на момент вывода, как ракетоноситель выводит маленький корабль, чтобы вывести вот эту идею в массы, о новой научной парадигме, требуется смена нескольких поколений. У меня приоритеты просто немножко другие. Поэтому не потому, что я против тебя, и я не стала бы голосовать. То есть, если бы наши с тобой планы совпадали, да, в принципе, то есть, если бы видение было единое. Но ты же не знаешь, совпадает или нет. Ты же говоришь, что ты не имел возможности ни разу это озвучить. Потому что нету времени. Ну зачем мне озвучивать, если я понимаю то, что говоришь ты, куда ты двигаешься, для чего ты это делаешь, может, и я понимаю. Мы проговаривали еще. Хорошо. Как ты не имела времени проговорить, так и я не проговорил это. Ну, вот. Хорошо, значит, а я буду с тобой разговаривать языком Ержана. Я понял, как с тобой надо коммуницировать. Вот, язык творчества Ержана прекрасно сможет передать, что я хотел бы с тобой согласовать. Вот, дом, йога-дом 7 входит в зиму, посмотрим, как, точнее не посмотрим, а приложим максимум усилий, позволяющих пройти зиму на таком же настрое, как прошел фестиваль.
Я, ты знаешь, вот я же говорю, не строю планов. Может, вообще завтра все закроется. Я легко могу принять такое решение, если мне это будет важно. Малыш, я много лет живу с пониманием, что каждый день может быть последним. Мы никогда не знаем, когда это произойдет. Это может быть снайперская пуля, может быть упавший кирпич, автомобиль, самолет. Мы не знаем, нам не дано это знать. Нам не дано это знать, но мы должны знать, на что мы ставим свою жизнь. На что? На что ты ее ставишь? Я же задал тебе вопрос, в чем смысл жизни? Наш разговор вот этот абсолютно бессмысленный, потому что в самом начале мы не сумели состыковать и сверить наши базовые ценности. Действительно. Не услышал. Конечно, это основное. Кто как видит, в чем смысл жизни. Но, чтобы был позитив, и канал должен давать нейролингвистическое программирование, настрой на положительные вибрации. Положительные вибрации. Разговор на Черном море в Семиизе с Артуром Церихом, с художником, на вопрос, в чем смысл жизни, был даден очень короткий ответ, который я сегодня слышал и от Арлет. Смысл в том, чтобы быть счастливым. Быть счастливым. И согласуем. Ну, сейчас мы не будем у Анны. Анна уже устала. Вот, Майя, если желаешь ответить, ответь, чтобы не оставалось это. Нет, я с тобой согласна. Согласна? Да. Соответственно, дальше мы можем обсуждать только максимально эффективные пути, как прийти нам к тому состоянию собственного понимания счастья. И быть счастливыми. Счастливыми. Важно уйти от рассмотрения личности и компетенции, а рассматривается проект. Мою позицию кандидата в президенты может заменить каждый гражданин. Ну, каждый, любой может выдвинуться и сказать, я вот видел, Ярослав тут не нравится, быдлом обзывается. Вот, а я такой нарядный, красивый, про быдло не говорю. Голосуй за меня. Если он там ставит новую научную парадигму, я войду в состав его инициативной группы. Найди на своей площадке, но по опыту я могу сказать, что к 2012 году эту тему, ну, услышали там ветераны спецслужб и решили поискать замену. Кто готов возглавить новую научную парадигму? И произведенный опрос добровольцев не выявил. Ну, вот это же на всю жизнь. Это же не то, что не желаешь подработать, а кем? Ну, будешь кандидатом в президенты. Ты на всю жизнь этим остаешься. И что ты делаешь? Вывозишь автономную энергетику. То есть во всем мире нефть, а тут автономная энергетика. Друзья, мне денег не надо, потому что с собой ничего мне еще никто не забрал. Ну, какой смысл мне тут работать кандидатом? Не нашлось добровольцев с темой новой научной парадигмы. И это и есть социологический эксперимент. И если ты не голосуешь за такого кандидата, который, тем не менее, то что это, как? А тут многоточие. Мы не будем продолжать. Как я тебя обожаю. Несмотря на свою усталость, ты нашла возможность с нами пообщаться. Твои глаза излучают любовь и серебристый свет. Твое сердце пылает огнем, я чувствую на расстоянии твои вибрации. Горько. Сладко. Ну что, поехали? 0017. Приехал забрать его или послушать? Чего не слушал? Не, я просто спрашиваю. Почему ты уже семь раз? Держан. Я же наблюдаю со стороны смотрю. Соцэксперимент. Соцэксперимент? Видео я выкладываю то, что мы обсуждали. Развлекайся такой. Сейчас. Как на тебя смотреть, что ты выкладываешь? Где? Смотри, завтра. Ютуб. И вот набей сюда. Ой, набей, пожалуйста, поисковую систему. ВКонтакте. Ержан Нургалиев. Я знал, ВКонтакте глобальная волна. Нет, группа Лиса. Ну зачем? Ну, там есть. Нужно, чтобы он умел находить
свой ролик. Ну, все кардинально. Нет, вот то, что ты вложил. Ну вот он. Уже на горе, в его доме все репетируют новую песню. Сколько минут? 4:30, нормально. Ты там обрезал, что ли, да? Все есть, ну. Я сам уставший какой-то. Видишь, репетирует, он не голос поет, он сдерживается. Насыпался. Сейчас завершаем, сейчас поет и все. Вроде трезвый. На пьяного не похож. Да тебя Ярик он не качал вообще. Он, смотри, он заряжает как. Вот концерт. Или я отменяю? Я первый раз на самом деле репетировал. Я даже слов не знаю, как я на ходу вспоминал. Я ни разу не пел ее. Инопланетянка. Я только сейчас обратил внимание. Вы посмотрите на этот ракурс. Это у нее приемная антенна. Замаскированная. Робот. Конкретно, давай, я понял, президентская кампания 2018 год, твой голос еще будем за него поборемся. То есть это хорошо, что ты отказала, есть к чему стремиться и работать на своей президентской программе и авторитетом. Прикольно получилось. Промежуточный вариант. Согласуем сейчас под видеозапись или нет, концерт Йога Дома. Если согласуем, это официальное объявление, начинаем пиар, делаем, работаем над текстами. Ребят, ради бога, хотите?
Нет, на твоем пространстве. Здесь. Мы же не на улице будем, но здесь, да, конечно. Тебе интересно вот продвигать жанр? Абсолютно, конечно. Под каким соусом? Как? Под каким соусом? Ну, мюзикл президентский, избирательная кампания. Но... Потом он это очень хорошо парит в твоей бане. Мне очень понравилось. Слушай, в баню приезжай. Человека продюсировали. Не, подожди, на концерт, стоп, подожди. Сольный концерт. Мне нужно отснять материал. Что, я на улице буду его, что ли, снимать? Ты можешь отснять, не упоминая имен. Каких имен? Что это йога дом. Тебе нужна площадка? Да нет, концерт здесь делать, ты не поняла. Мне концерт не нужен. Вот мне концерт именно. Если нужен клип отснять, снимай. Нет, давай концерт сделаем. Под твою программу. Нет. Зачем под мою программу? И самостоятельно его концерт. Просто у него оператор, кандидат в президент, и все. Нет, это в рамках надо твоего проекта какого-нибудь. Мастер-класс, там что-нибудь такое. То есть ты захочешь... Как бы это не будет концерт в том виде, вот в классическом. Это будет вот такое, что-то такое, да, на ходу придуманное. Билет должен стоить 5000 рублей. Вот мне интересно продать Ержана сейчас, там 60-70 посадочных мест по 5000 рублей. Очень серьезные деньги. С 18.00 и до рассвета. Вот за это время 5000 рублей, все включено. Ну, учитывая то, что, ну, с какой детальностью мы подошли к вопросу о твоих президентских выборах, предполагает и мою внимательность к этому. Однозначно. Всецело вот. Можешь это вести, я появлюсь только как бы вот это. Вот, то есть, ну как бы, знаешь, как будто само пространство говорит мне, вот, посмотри, не, пожалуйста. Не, продаешь билеты ты, я к деньгам вообще не прикасаюсь. Да боже мой, и мне вообще, вот знаешь, сколько денег принесет, это классно будет, если я ценник назвал, 5000 рублей. Главное, чтобы мы... Сейчас мы посмотрим реакцию. Будут заявки к тебе или ко мне, когда там Ержан будет петь? Вот хотели бы заплатить, ну, нас устраивает эта цена. Значит, будет концерт. Нет, ну, значит, снимаем клипы и поем для Владимира Владимировича и Назарбаева за миллионы, а все остальные пусть это. Здесь же вопрос прикоснуться, поставить. Лично пообщаться. То есть за что деньги? А Цыковского тут лекция была 5000 рублей. Дорого. Я говорю, странные какие-то люди. Человеку за 80 лет. И он с вами будет общаться в течение 7 часов. Вы вообще, сколько стоит вот прийти в жизнь профессора и рядом с ним 7 часов? Я не знаю, блядь. То, что ну, неважно. Про именно вот такой специфичный концерт, который Ержан вот помыслит, как еще его собрать. Это рождает сейчас импровизация. Да, мы да, же да. еще вчера не знакомы были. Да. Поэтому я не могу сказать, это что у меня есть разработка. Вот, да? Атмосфера здесь, которая происходит. В смысле, эта атмосфера рождает этот такой проект. Кстати, чтобы это не было классическое. Очень символически. Что-то отличающее. Основанная на энергии людей, то, что привлечет всегда неординарных людей, каких-то вот, да? Потому что ребята уже думали... Я пока не понимаю просто, зачем это надо мне. Вот. Тебе? Я пока не вижу, доход, да. Доход дома. Не, но у меня это не главное. Что значит не главное? Нужно же себе кормить людей. Чем человек хочет себя самореализовать? Сейчас... Подожди, мы сегодня разговаривали, что нужно... Например, найти гармоничных людей, кто готов здесь проживать и позволять наполнять арендный платеж. Я не понимаю, зачем здесь вот, ну, как бы концертная деятельность. Я не вижу этого здесь. Я не понимаю, зачем мне это нужно. То есть, у тебя тут постоянно хотел... концертная деятельность. Если я у тебя снимал здесь кришнаитов, которые весь дом поставили на уши. Если бы у меня была необходимость денег заработать, знаешь, если бы это было главное, я бы нашла другие способы, как деньги заработать. Даже не нашла бы. Слушай, я же тебе не предлагаю тут это пельмени жарить. Я тебе Ержана предлагаю продать. Ержану нужны деньги. Ты другую можешь площадку сделать? Ты можешь сейчас договориться с Кремлевским дворцом съездом? Все, Кремлевский дворец съездит. Все, давай перенесем разговор. Давай? Да. Давай. В общем, звоните Ержану напрямую. Я думаю, что проблем не будет с местом вообще. Как бы вот это вот возможно. Понятно, что я сейчас перегибаю. Понятно, что согласится. Но в данный момент камера фиксирует неприятие некое. Двое суток наблюдений. Вот это вот. Я говорю, то же самое
с решением тех задач, которые мы с тобой обсуждали, о которых ты говорила. И в этот момент парадоксально у женщины все меняется и говорит, нет, мне деньги не нужны, это не главное. Я же тебе объясняю, деньги не мотивация, мотивация. Деньги должны быть, но не должны быть первой причиной, из-за которой я буду принимать тебя. Подожди, я не договорила. Ты очень часто употребляешь слово «женщина» только потому, что какие-то шаблоны ты привык воспринимать со стороны женщины, теперь натягиваешь на меня это. Я тебе давай поподробнее, Эти двое деньги суток всегда показывают, деньги как важны. Мы занимаемся самореализацией. Классно. Творчеством. Классно. Импровизацией. Зачем тебе йога-дом? Вот тебе понравилось здесь? Что тебе здесь понравилось? Расскажи. Ты. Ладно, хорошо. Ну что, кроме меня. Да ты. Проект держится на личности. Здесь вот место. Ты являешься идеологом и вдохновителем. Вот я идеолог Global Wave, а ты идеолог здесь этого проекта. Хорошо, у нас с тобой в наших идеологиях есть несовпадухи. Вот я не знаю о них. Ты натягиваешь на меня какие-то шаблоны, о которых мы не разговаривали. Нет, вообще, одно желание. Тогда скажем, мотивы. Мотивы, давай мне мотивы. Вот видишь, как ты вообще позволяешь себе неаккуратно обходиться с терминами. Термины? Ну, потому что за каждым словом находится огромный понятийный аппарат. Ну, давай, не отклоняйся. А ты такая, ну, что у нас не совпадает? Мне, вот, когда будет понятно, каков твой мотив... В чем? Пойти в президенты. Доставим президента. Не хочу с тобой про президента разговаривать. Все, находись в разряде быдлокласса. Не хочешь ли политикой заниматься? Занимайся йога-догом. Хорошо, хорошо. Вот я готов приезжать, помогать, консультировать по видео, отснять, если что надо, там, если попарить кого надо, с удовольствием сам попарюсь. И есть... Меня уже твое восприятие не устраивает. Мое восприятие? Конечно. Какое? Ты же меня не знаешь вообще. Конечно, не знаю. Да, так но я... позволяешь себе за каждыми неаккуратными словами. Я себе позволяю. Да. Я... Надо аккуратнее. Дай отдохнуть человеку. Я сюда... Если у тебя будет возможность указать мне по тайм-коду, когда я позволял себе эти неаккуратности, я с удовольствием прямо пересмотрю. Сейчас. То есть ты сказал о том, что если я не интересуюсь политикой, осталась в быдлах, в разряде быдл, ни одно из этих утверждений не является... скажем так, правильно. Политикой ты не интересуешься. И в списке оперативных задач политики у тебя не стояло. И приоритетные задачи ты расставила вот от насущного. Что ты знаешь обо мне вообще? Что ты вообще знаешь? Вообще ничего. Ты что, я тебя увидел только вчера. Поэтому твои пробивки... На этом закончим. Давай перенесем встречу, я доделаю свои дела. Ух, дорогие друзья, давно вы не смотрели таких сюжетов. Это была Анна... Это снималось, что ли? Да, конечно, сюжет. Да, это Анна Максимова, Йога-дом 7. Понимание того, что я делаю Анне, придет, конечно, немного потом, когда придет осознание и пойдет... Мне не нравится твоя провокационная деятельность, поэтому меня это просто, ну как сказать, это мешает. Это мешает просто. Хорошо, я исчезаю, я появлюсь, когда позовешь. Вот это мудро. Поехали. Камеру не включаем, мы уезжаем, берем логотип Йога Дом 7. А здесь одеяло и подушку? Конечно, конечно. Ну что ты? Спасибо. Мержану сегодня выдадут подушку, а сегодня спасибо, мы с вами на прекраснейшем белоснежном ковре. Посмотрю на нее в монитор и любуюсь. Замечательное общение. А лично, как вижу, ты глаза бы не отрывал. Ну, мам, не равнодушен друг к другу. Однозначно, конечно. Ну, потому что интеллект. Почему сексом не охота заниматься? Потому что есть такой интеллектище. И то, что мы сейчас занимались, это и есть интеллектуальный секс. Оргазм мозга. Ну, это моя точка зрения. Может быть, все не так, конечно. Да, я снимаю. Конечно, я снимаю. Ты снимаешь с камерой? Да. Нет, наверху провода стоят. Я забыл провода. Был момент, я на Арбате в студии засыпал под камеру, и пока интернет не обрубится, люди смотрели, как я сплю просто на пенке, в спальнике, под столом, на котором компьютер стоит.
Слушай, у нас сюжет продолжается, а вы здесь. Мы говорим вам до свидания. Да. А? Поесть. Меня Василий отвезет. У меня замечательно. Рада. Как ты прекрасно. Это удивительно. Твое появление с ребенком – это потрясающе. Почему ты приняла такое решение? Сердце подсказало. Сердце подсказало? Слушай, я заметил, тебе нравится снимать. Мне, да, я занималась этим. Да? Еще у меня есть пару слов, не на камеру. Не на камеру. Давай камеру оставлю здесь, я с тобой отойдем в сторону. Я просто не хочу разрывать сюжет. Комплектация мобильного репортера. Удлинитель 5-метровый. Мне кажется, ты сейчас похож на какого-то сталкера. А так и есть. Информационный да. Сталкер. Этот человек скрывает всех свой удивительный мир и показывает лишь кусочки своих видео. Вот так вот. Аналог сделал Владимир Шляпников. Санкт-Петербург. Я буду снимать дальше. Ты будешь снимать? Давай подстрахую тебя. Друзья, у нас произошло рождение нового оператора. Новый оператор, смотри. Отлично, у нее получится это. Я тебе не нужен, дорогая. У тебя все есть. Да, я же занималась этим. Эфир. Я тебе показал. Да, все. Как снимает камера. Я умею еще монтировать, фотографировать. Как парить. Мастер-класс. Вот как ты парить никто не сможет. Ты просто приходи, когда попариться иногда. Да. Нет, ходи, ты должна попариться. Я тебя и так приглашаю, конечно, ты что? Когда? Когда ты хочешь приглашать? Я хочу, если я взаимодействую, если есть искренность доверия, мне интересно было бы услышать ответ, ты имеешь вход круглосуточный. То есть, что доступ до тебя, я имею возможность круглосуточно. Да. Хорошо. В разных пределах, когда я ночью могу спать. Не, ну естественно, что... Круглосуточно, наверное, да, совсем... Не, ну я условно, я имею в виду, что нормальные люди в 3 часа спят, а ты только в 5 ложишься. Ну, в какие-то моменты. Ну да, бывает. Ну и все, вот. Это очень, важный такой протокольный момент, и я это оставляю на камеру. Многое, что я с тобой проговариваю, и без камеры я не разговаривал бы абсолютно, и не проговаривал бы. Слушай, а ты мне телефон свой дал? Ну давай, как всегда, давай. Заканчивается сюжет. Номером телефона давай, оператора давай. Глобальной волны Ярослава Старухина. 8. Кандидат в кандидаты. 926. 210. 93. 83. А вот рожденная сегодня идея 500 граждан инициативной группы девушки, это круто. Это информационный повод, это информационное событие, и во всех СМИ это будет смотреться очень красиво. Что и опять женщины продемонстрируют момент, какое, что
могло сложиться впечатление, что у меня происходит недооценка женской энергии. Все беды сегодня на планете творятся, что женщину как раз убрали из совещательного голоса. И в минуты годины именно женщины... Говори, говори. Я посмотрю твою заднюю надпись. Именно женщины консолидируются. И пока на сегодняшний день в этом пространстве 3-1. Три отдают мне свой голос, один пока нет. Прекрасно. Я тебе два отдаю своих голосов. Нужны девушки. Ержан. Девушка. Слушай, вот, ключевой песни. 500 человек. Найду тебе девушку. 500. Ну, надо 500. Да, ну, чтобы найду, вот, найду 500. Просто по конституции и по закону нужно инициативную группу 500 человек. Найду. Сделай мировой хит, я тебе сделаю 5000 девушек. А по стране надо будет в течение полутора месяцев 2 миллиона равными долями по региону. Да, без проблем. Все в наших руках. Все, провожайте нас до машины. Я... Одну подождите, один другой. Потому что я провел вот эти еще и солнце. Поехали, все равно пообщаться уже. И сразу. Пуси-пуси-пу. Что потом говорит, как поближе. Он же даже спит с камерой. По мере своих сил, возможностей. Я приложу максимум сил. Нужно это знать. Ну-ка, давай, приди-ка сюда. Хватит. Все. Давай. Все. Вот. Все. Это для режиссеров, которые будут формировать концепт мюзикла. Из чего это состоит? Это в том числе состоит и из таких сцен. Конечно. Как передать? Вот это сделал искренне. Китаец, конечно, ну что ты. Ну... Обижай. Только понимание того, что я принадлежу всему человечеству, не позволяет мне проявить личную заинтересованность лично в этой персонале. Угу. Я не могу себе позволить выделить одну. Угу. Убирают близких. Угу. Убирают? Да. Убирают близких? Да, дают понять через разных чувств близких, через родственников. Давление происходит в первую очередь через близких родственников. Если что. И детей. Если ты принимаешь девушку. Поэтому нет, я о другом. Но она йога дома занимается, а я кандидат в президенты. Пошли. Ержан, на связи. Когда встречаемся? Возможно, даже завтра, да. Я предлагаю утром созвониться. Давай. Может быть, будет машина, вы до меня доедете. Давай. И купи, и уедем. То есть продолжаем. Все, давай. Просто надо видео выложить. Я бы с вами не расставался. Я продолжил бы с вами и дальше общаться. Давай, я готов у твоих ног ночевать, целовать, ожидая, песок. Когда наступит рассвет. Ты откроешь свои глаза и будешь способна мои слоги внимать. Боже, как же прекрасно. Я готов твои стопы целовать. Активизирую биологически активные точки. И твою душу. Дарить тебе цветочки. Давай. Спасибо, до свидания. Все, забрал? Да. До свидания. Рада. Камера работает, да, сейчас снимем. Закрывай дверь. Сейчас я выйду и луну сниму, и баннер. Луна на убыль идет уже. Вы знаете, когда мы устроили полнолуние пляски у костра? Вот это было потрясающе. Вася, открой, пожалуйста. А, Рад, или пошли баннер снимем. Ты как раз озвучишь баннер. Отлично. С удовольствием. Там слова просто.
Я бы лучше не подержи, сказала. На, подержи, пожалуйста. Держу. Да, отсними пока йога-дом. Йога-дом. И вот слова, характеризующие. Единство, свет и закон. Единство. И закон не РФ, а закон Вселенной. Давай, завершая сюжет, завершился фестиваль «Йога-дом», произошло мое знакомство. Да, баннер того самого серого кардинала, который... Почему 7? Надо тоже сказать 7. Это число Бога, вот почему 7. Йога-дом 7. Ну, озвучиваю, микрофон дом там для стоит. Всех. Дом для всех. Йога-дом. Да, это уже. Чан-чан-чан-чан-чан. Давай снимем самолет. А, ну смотри. Ставится штатив. Благо, что на штативе. Сейчас мы тебе покажем. Сейчас мы с тобой совершим космическое путешествие. Озвучь, что ты потрясающе. Видишь. Я вижу умную. Рассмотри. Ого. Вот есть ученые, которые излагают версию о том, что это карьеры. У нас на Земле все перекопаны. Так, раньше это был единый покров, а вот то, что темное, это вот выгрызали, породу выгрызли, и это осталось типа моря. У нас это залито водой, а там это видно вот так вот. Вот правда это или нет, вот нам предстоит проверить. Как тебе такая версия? Ну, какая-то она слишком... Что? Не знаю, мне кажется, все очень просто. Все проще, чем нам кажется. Ну, как? Ну, не знаю. Как? Ну, как-то вот... Мне кажется, просто нужно расслабиться и сказать спасибо тебе, мальчик. Ну, потому что ты одна нам дана. Вот. Как он... Йога-дом 7. Да, а почему 7? Ну, чтобы отличаться от дома 2. У нас сразу дом 7. Не, на самом деле, я серьезно все пишу. Так. Число Бога 7. Преследующее. 7. Стоп, снято. Global Wave.